Привет, меня зовут Диана, и я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусную закуску из баклажан. Ее можно подавать как холодной, так и горячей. Ингредиенты, как всегда, в подробностях я укажу в комментариях под видео. Ну а сейчас приступим. Для начала подготовлю все ингредиенты, нарежу соломкой баклажан и хорошо посолю, отложу в сторонку. Нарежу кубиками помидоры. Полукольцами нарежу лук, соломкой болгарский перец. Хорошо промою баклажаны и отожму. Готовить я сегодня буду на нашей летней кухне. В сковороду кладу масло и острый перец. Далее овощи. Немного протушу, посолю. Когда овощи станут чуть мягкими, кладу помидор, добавлю сахар, а также немного перца и соли. Как овощи начнут кипеть, добавлю баклажан. А теперь кладу соевый соус. Когда баклажаны будут практически готовы, кладем чеснок, хорошо перемешаем и выключим плиту. Кому понравился этот рецепт, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся с друзьями и до скорых встреч. Пока-пока!